Когда на закате Воланд сидел на каменной террасе, в арбатском подвале беседовали Маргарита и мастер. Прямо на ее голое тело был накинут плащ. Он остался в больничном белье, выпускал дым табачный. На ковре лежали рукописи, они же лежали на диване. На круглом столе был накрыт обед, откуда взялся непонятно. Проспав до заката субботы, они ощущали себя окрепшими. Только ныл левый висок у обоих, напоминая происшествие. Ты серьезно уверена в том, что вчера мы были у сатаны? Совершенно. Сумасшедших теперь двое стало быть. Как я счастлива, дьявол, что вступила с ним в сделку. Придется вам теперь, мой милый мастер, жить с ведьмой. Ведьма так ведьма, что ж, очень славно и роскошно. Она сползла с дивана, сказала, глядя в глаза серьезно: как ты страдал, мой бедный, об этом знаю только я. У тебя седые нити на голове, вечная складка у рта. Мой единственный, мой милый, прошу, не думай ни о чем. Я ручаюсь, тебе все будет ослепительно хорошо. Я ничего не боюсь, все испытал, но мне жалко тебя. Марго, опомнись, не ломай свою жизнь из-за меня. Ах ты маловерный, несчастный, я потеряла свою природу, выплакала все глаза, и вот теперь ты меня гонишь. Он заплакал неожиданно, уткнувшись в волосы Маргариты, вытер слезы, сказал: довольно, ты меня пристыдила. Смеясь, ограбленные ищут спасения у потусторонней силы. Теперь ты прежний, теперь ты смеешься, мой милый. «Мир вам!» – неожиданно послышался голос в оконце. «Да это Азазелла!» – Маргарита узнала незнакомца. «Ты хоть запахнись, Марго!» – крикнул ей вслед мастер. «Плевала я на это, и вот уже Азазелла раскланивается. А уютный у вас подвальчик, черт меня возьми! Но только что вам в нем делать? У меня вопрос возник». «Мессир передавал вам привет, приглашает на прогулку. Он прислал вам в подарок фалернского вина бутылку». Азазелла извлек из парчи кувшин, вино налили в стаканы. «Здоровье Воланда!» — выпили, оказались отравлены. «Отравитель!» — крикнул мастер, хотел схватить нож, но упал, падая об угол, рассек себе на виске кожу. Азазелла оказался в особняке Маргариты Николаевны. Женщина упала на пол, и он вернулся моментально. Железными руками перевернул Маргариту, как куклу, разжал белые зубы и несколько капель вина влил внутрь. Маргарита вздохнула, села, Азазелла ее успокоил. «Зачем вы так нервны? Сейчас он встанет, даю слово». «Что же означает это?» – мастер спросил беспокойно. «Вам пора, гремит гроза, темнеет, кони землю роют. Вы нас убили, помилуйте, вас ли я слышу, ведь вы мыслите, как же вы можете быть мертвы?» «Огонь!» – покричала Маргарита. «Гори, гори, страдания!» Трое черных коней ждали, вздрагивали, храпели у сарая. Вскочили на них, взвились и вонзились прямо в тучу. Проститься с Иванушкой появилось желание жгучее. «Снизились возле клиники», — сказал Ивану слова. «Я пришел лишь, чтобы попрощаться, и улетаю навсегда». «Постойте, а вы ее нашли? Она вам осталась верна?» «Вот она», — поцеловала его в лоб, — «какая красивая». Они исчезли, решетка закрылась, гроза бушевала. Иванушка тревожно Прасковью Федоровну позвал. «Скончался сосед ваш», — прошептала та. «Я так и знал, сейчас скончалась еще женщина одна».